Здравствуйте, дорогие друзья! И вот такой вот кекс с таким вот украшением мы будем с вами сегодня готовить. Готовьте с удовольствием для своих близких, родных людей и для себя. Приятного аппетита! Давайте готовить! Берем мягкое масло 100 грамм и добавляем сахар 200 грамм. И растираем ложкой. Растерли с сахаром, теперь добавляем яйцо. И размешиваем. Добавляем кефир, где-то 150 миллилитров, и соду, пол чайной ложки. Добавили соду и перемешиваем. Изюм где-то тоже 200 грамм. Предварительно я его замочила в кипятке. И сейчас добавлю муки, обваляю его в муке, чтобы он распределялся по всему пирогу, а не был только на дне. И вот так вот мы изюм обваляли в муке. И теперь будем добавлять в общую массу. И теперь добавляем изюм и муку. Муки ушло 1,5 стакана. Все тщательно перемешали. Сейчас я буду брать форму, у меня силиконовая, смажу ее растительным маслом и буду отправлять в духовку на 40 минут при 180 градусов. Но вы, конечно, смотрите по своей духовке, проверяйте, чтобы пирог у вас не сгорел. Кекс, точнее сказать. У меня были в холодильнике сливки большой жирности. Я их взбила миксером вместе с сахаром. И наш кексик покрыла сливками. И был еще джем клубничный. И вот при помощи пакета и зубочистки я вот нарисовала такой узор. Это вот мой вариант украшения, я вам предлагаю. Вы, конечно, украшайте так, как вам подсказывает ваша фантазия. Внутри наш кекс прекрасно пропекся. Вот я кусочек отрезала, чтобы вам показать. Вот такая вкуснятина получилась у нас сегодня. Приятного аппетита!